60 миллионов на личные нужды. Прокуратура Московского района Чебоксар поддержала гособвинение в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении 4 эпизодов преступлений, совершенных в особо крупном размере. С апреля 2014-го злоумышленница под предлогом получения денег на строительство многофункционального здания с помещениями под офисы, спортивные залы и кафе с общей площадью около 4000 квадратных метров похитила у потерпевших более 60 миллионов рублей. Деньги подсудимая потратила на личные нужды. Здание же так и не было построено. Денежные средства потерпевшим так и не возвращены. С учетом позиции прокуратуры, суд признал подсудимую виновной в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Данный приговор в законную силу пока не вступил. Отмечаем, что на имущество осужденной, в том числе на объект незавершенного строительства, был наложен арест.